Внимание! Документы на создание данного видео были подписаны главой Копановской и Магнифоранской области 15 сентября 2023 года. Это видео является разъясняющим ситуацию, касающуюся Магнифоранской области. При слиянии данных областей мы создали государство под названием СБСН. СБСН – Союз борьбы с нечистью. В обязанности солдатов Союза СБСН входят поставка продуктов питания и военных припасов на территорию друг друга в чрезвычайных ситуациях, оказание защиты в пользу граждан обеих областей в критических положениях, оказание первой помощи гражданам двух областей при нападении нечисти, информирование граждан об угрозе, касающихся обе территории. На этом все. Если у вас появилось желание вступить в ряды СБСН, то вы можете подать заявку через госуслуги Магнифоранской и Копановской области.